Слава Богу. Еще есть немного времени. И можешь ты малко время. И мне пришло такое сказать, что я немного не договорил. Дойде ми да кажа, че аз не съм казал. Где-то месяца два тому назад я говорил свою историю. Преди два месяца съм казвал за моята история. Но это было еще в Казахстане. Но това е било още в Казахстан. Я работал врачом-психиатром. Я работал като лекар-психиатр. В психоневрологическом диспансере. Психоневрологический диспансер. В дневном стационаре. В стационар. И к нам в ординаторскую вошел. И при нас в ординаторскую-то и влязал. Доктор философских наук. Доктора на философские науки. Профессор. Профессор. Он сел тогда. То есть седнал? Я помню, что он сел напротив Юрия Александровича Иванцова. И то есть седнал срещу Юрия Александровича. Это наш главный врач. Иванцов? Иванцов. Иванцов. Он, к сожалению, уже умер. То есть, за сожаление, вече и загинул. Но меня радует то, что ему, я проповедовал ему о Христе. Но мен ме радва това, че съм му проповядвал за Христос. И он ушел уже уверовавшим. И той и загинул вярващ. А зашел профессор философии. Влязал я профессора на философията. И сказал такую фразу. И казал такого изречения. Вы знаете. Знаете ли? Вот, там люди говорят о Боге. Хората говорят за Бог. Я могу привести вам 100 доводов. Мога да ви кажа 100 извода. Доказательств. Доказательства. Философских трудов. На философските трудове. О том, что Бога нет. За това, че Бог го няма. И тут же могу привести 101 доказательство. И още веднъж мога да ви кажа 101 доказателство. Что Бог есть. Че Бог го има. И я вот эту фразу проговорил 2 месяца назад. И това изречение го казах преди два месеца. Но эта история, она имеет продолжение. Но тази история има продължение. Но он продолжил. Той продължил. Но никакие мои доводы. Но никакви мои изводи. Философские. Философские. Интеллектуальные. Интеллектуальные. Какие-то мысли. Каквито и да и мысли. Они абсолютно разбиваются. Те напълно се разбиват. И не работают. И не работят. В отношении моего сына. В отношението на моя син. Который сегодня подсел на иглу. Който днеска се друса. И является наркоманом. И се явява наркоман. Героиновым наркоманом. Хероинов наркоман. Которого никто не может спасти. Който никой не может спасти. Мы прошли все наркологические стационары. Минали сме всички наркологични стационари. Многие реабцентры. Многото рехабилитационни центрове. И никто нам не смог помочь. И никой не успя да ни помогне. Моя философия. Моята философия. Она мне не помогает. Тя не ми помага. Что вы мне скажете? Какво ще ми кажете? Юрий Александрович так показал рукой на меня. Юрий Александрович показа с ръката към мен. Говорит, у нас есть специалист. Нимаме специалист. Который работает с наркоманами. Който работи с наркомани. И с алкогольно зависимыми. И с алкогольно зависимыми. И уже сотни людей получили освобождение. И стотици хора са получили освобождаване. Он работает по какой-то духовной программе. Той работи по някаква духовна програма. И этот человек обернулся ко мне. И този човек се обърна към мен. Говорит, могли бы вы мне помочь? Можете ли да ми помогнете? Мой сын наркоман. Мой син е наркоман. Я доктор философских наук. Аз съм доктор на философски науки. Могли бы вы мне как-то помочь? Дали може по някакъв начин да ми помогнете? И вы знаете, что ему тогда сказал? И знаете ли какво му казах тогава? Я сказал, я вот работаю по 12-шаговой программе. Аз работя по 12-стъпковата програма. Духовного освобождения от любой зависимости. На духовно освобождаване от всякаква зависимост. Эту программу я знаю в совершенстве. Тази програма я знам в съвършенство. Я сам когда-то по ней проходил. Аз някога сам съм я минавал. Я сам бывший наркоман. И я сам бивший наркоман. Я прошел все наркотические зависимости. Я сминал всички, минах всички наркотични зависимости. Прошел полинаркоманию. Минах полинаркомания. Ну что я понял из этой программы? Но какво съм разбрал от тази программа. Я сказал ему такую фразу. Я ему казах такого изречения. Вы знаете, эта программа, она сама по себе не работает. Знаете ли, че тази программа сама по себе си не работи? Почему? За что? Потому что в ней работает только одно. За что-то в ней работает само одно. Одно имя. Одно имя. И вам его надо познать. И ви трябва да го познаете. Почему? За что?
Потому что в Писании написано. За что-то в Писании то пише. Есть только одно имя. Има само одно имя. Которым нам надлежит спастись. Со скоето можем да се спасим. И это имя Иисус Христос. И това имя Иисус Христос. И всякий, призвавший это имя. И всякий, който призове това имя. Будет спасен. Ще бъде спасен. Я когда-то призвал это имя. Аз някога съм го призвал това имя. Я бывший наркоман. Аз съм бивш наркоман. Я получил освобождение. И аз съм получил освобождение. Не программа мне помогла. Не програмата ми е помогнала. Мне помог реальный Христос. Мен ми помогна реален Христос. И все. И това е. Вы можете проходить сотни программ. Вие може да минавате стотици програми. Сотни философии. Стотици философии. И они вам не помогут. И те няма да ви помогнат. Пока вы лично не столкнетесь. Докато лично не се срещнете. С Христом. С Христос. Который сегодня помогает. Който и днес помага. Скажи на это аминь. Кажи аминь на това. И вот сегодня прекрасная проповедь. И днес прекрасна проповед. Проповедник Санер, он проповедник благословен. Санер, той благословен. Но я хотел бы, чтобы мы все запомнили. Но искам всички да запомним. О том, что у нас есть только один довод. За това, че има само един довод. И лично мне достаточно одного доказательства. На мен ми трябва само едно доказателство. И это Христос. И това е Христос. Что я когда-то понял. Че аз това го разбрах. Что я призвал имя Иисус Христа. Аз призовах името на Иисус Христос. И меня это спасло. И това ме спаси. Сегодня можем сталкиваться с тысячами лжеучений. Днес можем да се сблъскваме с хиляди лжеучения. И хората казват, Христос има, Христос няма, Христос е човек. Вот он был просто... Бил е просто... Обычный человек. Обикновен човек. Который потом, кстати, женился. Който после у него была жена. Женил, даже есть имал такие учения. Супруга, у него были дети такива, на этой земле. Там, има и такива учения, че има деца на земята. Наследники. Наследники. И еще какая-то такая всякая чушь. И още, още, просто още какая-то дребедень, я по-другому не могу сказать. И някакви лъжи само. Но я всегда этим людям отвечаю. И аз на всички тези хора им обещавам. Я не знаю вашего Иисуса. Аз не познавам вашия Иисус. Ваш Иисус меня не спас. Вашият Иисус не ме е спасил. Я знаю моего Иисуса. Аз познавам моя Иисус. Который очень хорошо прописан в Евангелии. Който много добре е описан в Евангелието. И там я могу его узнать. И така мога да го познаю. Потому что он 2000 лет тому назад спасал. Защото преди 2000 години е спасявал. Он и сегодня спасает. И днеска спасява. Он 2000 лет тому назад освобождал. Преди 2000 години освобождавал. Он и сегодня освобождал. И днеска освобождава. Это тот же Иисус. Твой същия Иисус. Он ни капли не изменился. И нито веднъж не се е променил. В нем нет ни тени перемен. Вчера, сегодня и вовеки тот же Бог. Вчера, днес и навека Той един и същ Бог. Будьте благословенны. Бъдете благословени. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Нашего Христос. Нашего Господа. Аминь. Нашия Господ. Аминь. Аминь. Аллилуйя.